нужно будет это, короче, как называется? Патроны сейчас немножко надо купить. Мальчик, мальчик, вот здесь! Здесь протери, здесь протери, здесь пятнышко. 16 калибр, сейчас 10 патронов возьмем, да? Что у нас еще есть, кроме стволов дополнительных? Смотрите. Это конфеты. Конфеты тебе. Мы едем сегодня что, убивать. Бухали, что ли? Нет, мы же барана сегодня резать же пойдем еще завтра. Поэтому кто будет есть, детям надо отдать, короче. Завтра? Завтра будем резать сегодняшнюю ночь, уже не режет баранчика. Мы завтра вообще во сколько приедем? Ну, нет, тут через... Ну как, у нас азарт закончится, этот день? Завязываю. Ты можешь хоть во сколько приехать? А завтра на маршрутке уедешь? Мы тебя посадим. До остановки увезем. Остановки увезем, да и оставим. Может, те, кто не с ружьем, и остановят тебя. Да какой фейс, а че видишься? Где-то фейс, всем фейсом фейс. Ай, за бейс. Бейс, ну поздравь себя с днем рождения. Ой, я поздравляю себя любимого, дорогого, хорошего человека. Дорогого, хорошего. Сегодня ему наступило 29 лет. Старше меня. В этот прекрасный день хочется пожелать ему счастья. Ну, не в этот даже прекрасный, вот а в будущем, ну, чтобы все его начинания начинались легко. Кап не забудь. А, точно, чтобы он в этом году исполнил свою давнюю мечту купить маленький грузовичок и катать тёлок на них. На грузовичке. Ну и много-много счастья, в общем. Ты снимаешь там? Нет? Да. Снимается. Счастье хочешь? Счастье, да. Простого человеческого счастья. Просто человеческого счастья. Мы ведем свой репортаж прямо из гениальнейшего автомобиля японского производителя, который называется Кариб. Кариб? Сегодня! Сегодня! Карибу! Карибу? Карибу! Карибу! Правильно, вот. Сегодня мы на просторах джиды глубокой ночью будем заниматься очень-очень интересными вещами, которые называются мёрдер. Как следующее у нас будет смегал. День рождения будет здорово. Короче, нам нужен типа флаг или что-нибудь такое. Чувак должен, короче, бегать, короче, а Юрку отправим. Хлыш гуйна, юнда бэдл хунда бэна. Бэрыш хода мини засо, мини закрымши не было. И вот мы с тобой живем душа в душу, вместе разделываем коровью тушу. Я режу баран, ты чистишь кишки, такой вот инь-янь из сыра пирожки. I'm not afraid.
Ахмед! 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 Душегуб! Тихо, тихо, тихо. Ахмед! Ахмед! Чё, как охота? Да. А, нормально. А? Бутылка? Давай. Саня, бутылка. А где находится? Слушай, надо полиэтилен какой-то, там пыли вообще. Пыли вообще страшно. Сзади. Закрыть все. А что делать? Сколько ропа шел-то? Мне того-то не подбили, потому что это он далеко, у меня пыль не доходил к нему. Бай Александрович. Все. Охота немножко удалась. Мясо немножко есть. Мёрдер!